Вот по поводу Майка Тайсона. Вы с ним уже до этого виделись, там, если не ошибаюсь, в 2017 году, но сейчас у вас уже была обстоятельная беседа, то есть вы хорошо поговорили. А какое вот он на вас произвел впечатление? Ну вот, допустим, Энтони Петтис рассказывал, что Майк Тайсон как-то по-особенному смотрит, будто бы сквозь тебя. Вот какое-то особое впечатление в этом плане у вас Майк Тайсон оставил или нет? Нет, он сквозь меня не смотрел. И вообще, мне взгляд тоже его не особо понравился. А почему? Ну, потому что мы же были у него на ранчо. Ну, там, где у него подкаст проходил, он на ранчо проходил, да. Но я им сказал, что вот этих смог там и так далее, этих движений, чтобы на столе не было, мне не понравилось. Мне больше понравилось, как выглядел Криштиану Роналду. Криштиану Роналду выглядел как спортсмен.